Ну а перед началом видеоролика прошу вас подписаться на мою группу ВКонтакте. Здесь вы можете узнать все новости о канале, почитать мемасы и узнать итоги конкурса. Переходите и подписывайтесь, ссылка будет в описании. Ну а мы переходим к видеоролику. Всем привет, с вами Рома, и сегодня я вам покажу, как установить SAMP, имея в запасе всего около 600 мегабайт. Если у вас старый телефон, на котором мало памяти, но вы хотите поиграть в SAMP, а именно на сервере FlynnRP, смотрите это видео. Итак, для начала нам нужно перейти в группу FlynnRP и зайти вот в эту запись. И тут вам нужно выбрать свой графический ускоритель. Если у вас Adreno, нажимаем на одну ссылку, если Mali, то на другую. Ее вы можете посмотреть на коробке, какой у вас графический ускоритель, или же просто загуглить. Итак, дальше мы переходим и скачиваем сам APK-клиент. Все, когда вы это все скачали, вам нужен ES-проводник. Эту программу вы можете скачать в Google Play, и у вас будет два таких файлика. Одно это кэш и другое это APK. Мы устанавливаем APK FlynnRP. После чего нам нужно зайти в игру, чтобы оно у нас вылетело, чтобы появилась правильная папочка в Android Data. Так. Теперь нам нужно зайти вот в игру сейчас. Быстренько. Видите, оно у нас вылетает, все-таки должно быть. Сейчас мы продолжим. Итак, снова переходим в ES-проводник. Заходим в Android Data, и у нас появляется папочка. Comrock Star Games и так далее. Со значком FlynnRP. Если вам так будет проще. Теперь мы берем и распаковываем этот кэш. Именно вот здесь в даунлоде, где вы, куда вы скинули, просто распаковываем, чтобы у вас появилась папочка. Вообще сам кэш весит там 200 мегабайт, клиент там вообще 20. Но так как приходится распаковывать, то на телефоне должно быть где-то около 600 мегабайт памяти. Ну потом вы, конечно, можете скачать остальные игры, когда уже установите. Ну а сейчас я вам покажу, что делать дальше. Так, все у нас распаковалось, и у нас появляется такая папочка. Заходим в файлы, просто докликаем до файлов, выделяем все эти файлы и просто перемещаем в ту папку, которая у нас создалась в Android Data Comrock Star Games. И видите, в файлах файлы. Заходим и просто сюда эти файлы переносим. И теперь у нас должна запуститься будет игра. Да, но теперь вам нужно, знаете, что сделать. Вам нужно поменять ник, чтобы вы успешно зашли. Для этого мы переходим опять же в Android Data. Сейчас. Android Data, Comrock Star Games, файлы. И переходим в папочку SAMP. Выделяем Settings Ini. И нам нужно не выделить ее именно, а просто нажать на нее и выбрать с помощью ES-редактора. Теперь вы видите вот такую вот надпись name равно nickname. И здесь вы просто пишете name равно, и здесь вставляете свой ник PRP, то есть через нижнее подчеркивание. У меня в данном случае Роман Фалькони ник на сервере FlynnRP. Ну и все, и дальше вы заходите в игру. И у вас все отлично работает. Как видите, все без лагов. Если у вас вдруг будет вылетать, выключите тени и отражение от машин. Ну а на этом наш видеоролик подходит к концу. Если вам понравился это видео, вы можете подписаться и поставить лайк. Ну а на этом все. С вами был Рома. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!